Сказал же, тебе тут не рады. Ты никому не сдался. Вон из моего бара. Налей мне напоследок, и я уйду. Привет, малыш. Ты должен срочно пойти со мной. Солнце, ты не в моем вкусе. Ну, у меня-то часики тикают, так что давай вставай. О, вялые когти? У росомах за 40 частая история. Не нарывайся. Если не хочешь проветрить мозг через дырку в башке, советую передумать. Я вот-вот потеряю все, что мне дорого. Да мне похер вообще. Как тогда, когда твой мир разнесли? А ну повтори. Этот росомаха подвел весь свой мир. Расскажешь, что тебя гложет, или будет флешбэк в третьем акте? А, иди-ка ты нахер. В июле. Я не знаю, как надо мир спасать. А ты это умеешь. Поверь мне, я не герой. Ты из Людей Икс. Сильнейший мутант. Я сейчас прям весь теку. Нет ничего круче. Парни такие дурашки. Одновременного сарказма. Вот это я понимаю. Мощная сцена в замедленном движении. Лотерея, жизнь или смерть. Ну чё, давай вшарим. Ну давай, если не шутишь. Дэдпул и Росомаха. Кокосик будешь? Ай, кокаин — это единственное, что Кевин Файги конкретно запретил. Ну а скажем, боливийскую пудру? Они знают весь сленг, у них есть список. И бодрящий иней. И диско-пыльца. Эффект белой бабочки. Даже Джон Шмэк. За окном уже сугробы? Да, а мне нельзя. Отдыхаем красиво в июле.